Всем привет! Это как мы снимаем заставки. Хотим вам показать уникальное место. Панфикшн скейт-бар. Скейт, чилл зонс. Настоящая американщина. Это боул, где будет проходить скейт-мероприятие. Короче, очень круто будет. Всем привет, это снова KK Flip, и сегодня у нас новый обзор мест, где можно покататься зимой или в непогоду. Сейчас мы находимся возле арт-пространства «Авиатор». По адресу улица Ольховская, дом 14, корпус 1. Если вы помните праздничный выпуск Skate Street Spot с Go Skateboarding Day моего дня рождения, то здесь проходило одно из мероприятий. Вставочка. На самом деле мы хотим вам показать уникальное место, в котором можно посидеть с друзьями, заказать себе вкусную еду, ну и, конечно же, покататься на скейте. Это Panfiction Skate Bar, и давайте посмотрим, что же здесь есть такого интересного. Очень красивая веранда. Это не только веранда, это и сцена, на которой летом проходят классные концерты. И так далее. А на заднем плане такая скейт чилл зон с рампой. Очень яркая, и мне кажется, здесь прям, если вы снимаете свои видосы, они обретают какой-то особый и вид. Подсветка тут прикольная. Правда, да, клевая подсветка, клевая рампа, цвета. Очень зрелищно. Приходите снимать новые трюки, присылайте нам. Ну что, а это самый настоящий скейт-бар Panfiction. Миш, привет. Это босс. А вот еще босс, один босс. Еще один босс. Привет. Привет. Привет, Наташа. Это как? Пожалуйста, меню напитков на дощечках скейтовых. А также здесь есть меню всяких закусок. Пожалуйста, мясное, вегетарианское. Мы обязательно покажем, что нам тут больше всего нравится. Так, ну, собственно, здесь вот, пожалуйста, ребята играют в настольный футбол. Тут также есть мини-сцена, на которой тоже проходят всякие стендапы, концерты. Там у ребят проектор. Здесь проходят всякие скейт-премьеры, BMX-премьеры. На самом деле дизайн бара в очень каком-то крутом стиле. И все равно он завязан на досках, потому что здесь вот, пожалуйста, люстра из сноуборда. Серф раз, серф два. Вот, пожалуйста, такой светильник в виде скейта. Сам логотип тоже скейт. И вот, смотри, еще скейтовая деталь, типа гитара. Ну, реально прикольно. То, зачем сюда мы и сегодня пришли. Это боул, где будет проходить скейт-мероприятие. Оставайтесь, следить. А вот и главный виновник этого мероприятия. Одна из организаторов. Так-то нас четверо. Сначала граффитчицы будут разрисовывать наш прекрасный пул. Затем будет женская скейт-часть. У нас будет лучшая дорога. И вторая номинация Best Trick через Снежану. Вон в одеяле. Наша главная фанатка. И после этого будет уквадерша. Они там всякие сальтухи делают. Ну, короче, очень круто будет. И вот оно опять. Меню. Мы очень любим тут картошечку фри и сырные палочки. Картошечка, сырные палочки. Так, смотрим палочку на тянущийся сыр.
мы сейчас поедим, девчонки там дорисуют граффити в боуле, все подсохнет, и начнется скейтовый контест в Матрешке Гэнг, где будут врываться одни девчонки. Сейчас мы начинаем. Погнали!
Катя просто. Вы объективно судили? Очень объективно. Беспристрастно. Всем привет, это снова Кей-Кей. Давай. Всем привет, это блин. Ну ладно, ну чуть-чуть я ссать хочу. Блин, Кать. Ладно, все, давай, пожалуйста, прекрати. Я сейчас буду заплакана. Я уже тоже. Всем привет, это снова Кей-Кей Флип. Умоляю, прекрати, я тебе заведу. По адресу? Улица Ольховская, дом 14, районе 1, блядь. Это хуйня, блядь. Улица Ольховская. Я не знаю, давайте. Мне надо как-то перезагрузиться чуть-чуть. Я не могу. Это как мы снимаем заставки.